Пустяки от крановщика доктора школьницы. В Тобольске прошел поэтический вечер. Местные барды облюбовали площадку в сквере Ершова. Она получила название «Атмосфера». К свободному микрофону выходят не только авторы, но и прохожие. Читают произведения, поют песни. Это был уже третий концерт. Участников и зрителей становится все больше. Мне нравится дарить людям хорошую музыку и хорошие песни. Поэтому я здесь.